Точно. Вот, у нас в группе тоже просто два человека, я и Дима тоже из Саратова, это наши земляки. Вот, давайте их поддержим, вот, и будем им хлопать, кричать. Они классные! Спасибо! С днем рождения! Давайте ребят поздравим! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ну а мы потихонечку будем начинать. Кто захочет с нами отрываться, вперед! Друзья, как настроение у вас? Раскачаем этот зал! Спасибо большое. Красавцы. Спасибо. Ну что, мы поехали дальше. Органы власти плеткой закона стегает по жопе раболепный народ. Закон не обидится неким гандоном. Вагина свобода, движение жизнь. И вот плывет головастик к своей яйцеклетке. В конце туннеля он видит свет!
Но тут появляются органы власти, и он понимает, что выхода нет! We'll be right back.
вылечь мою душу! И повешь имя сна! Спящие грязи! Отвечу пока! Вечность любви! Мир сходит с ума! Прозрачности дней! Как можно не видеть! Весь этот бред! Я несу эту ношу! Я, может, здесь раб! Можно уснуть! И не слушать весь чум! Но трудно быть мертвым! Я хочу быть живым! И над телом своим разогнать черный дом! Спасибо! Спасибо, друзья! Вы, кстати, помните, по какому поводу мы сегодня собрались? Вы помните? Давайте еще раз поздравим Настю и Диму с днем рождения! 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 Красавцы вы просто сегодня! Молодцы! Че, Адова будем дальше жечь? А что у нас дальше? Где руки-то? Я не вижу! Все! 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 Ну что ж, сейчас звучит композиция «Время». Готовы дальше отрываться? Как 10. Водей же не хватит, может быть.
часы, где год, как 10. Твоей жизни хватит, может быть, на месяц. Минуты и часы, где год, как 10. Твоей жизни хватит, может быть, на месяц. Качаем, качаем! Все вместе со мной! Йоу! 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 Давайте вместе! Еще! Давайте дальше! Давай!
Спасибо! Ну что ж, погнали дальше. Мне нужен весь ваш огонь, покажите мне его! Какие вы молодцы, погнали! Мы готовы? Мы готовы? Скорее всего, мы готовы. Да, мы погнали дальше. А, Женька молодец вообще. К сцене ближе, давайте подходим, не стесняйся. Они боятся. Давайте, давайте, не стесняемся, все, все, все ближе к сцене. Женя, не пугай народ. Женя, мы последнюю. Да, просто сейчас звучит последняя песня. Женек, давай народ пугать не будем. Это наш самый преданный фанат Женя Хлюстов. Он самый преданный. Женя, молодец! Он нам всегда помогает, Женек, спасибо тебе. Народ, не пугай. Он у нас самый добрый, на самом деле. Так, ну и сейчас звучит последняя песня. Она называется «Дорога к себе». Готовы с нами отрываться? Вы готовы? Вы готовы? Я, нет, нихуя. Я не слышу. Вы
готовы? Макс, по-моему, тебя так слышно. Давай еще раз. Не, все равно плохо, да? Вы готовы? Тогда поехали! Дорога к себе! Тебе не верю, закрываю глаза. Кто я, купаюсь в мечтах твоих. За зеркали ищу свет, мои тихим эхом отражение. Спасибо вам всем. Слушайте. Женек, давай поспокойней. Все закончилось уже, все. Спасибо! Слушайте, ну а теперь я бы хотела на сцену пригласить Настю и Диму. Что поздно? А, ну поздно уже. Настя, Дима, вы наши именинники, пойдемте к нам. Thank you.
Давайте Диму позовем. Давай еще одного Диму позовем, у которого тоже день рождения. Как гость из Ярославля приехал. Вот он стоит. Слушайте, где у нас? У нас на самом деле очень много именинников. Давайте тогда я всех позову. Миш, пойдем сюда. Миша, быстро сюда. Все именинники на сцену. Мы начнем на самом деле. Давайте всех поприветствуем. Ну, я начну с того, кого я помню, что... Ой, капец, короче. Вчера у Миши был день рождения. Поэтому, Миш, мы еще раз тебя поздравляем от нашего коллектива. Поздравляет весь этот зал, правильно? С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Подарки будут обязательно. Ну, скажем так, мы знаем тебя... Мы знаем тебя давно, мы тебя очень любим. Спасибо, что принимаешь с нами участие в нашей команде. Вот. И эти аплодисменты еще раз тебе, Миша! Так, Саня, ты где? Давай, говори это. Друзья, к нам тут приехали ребята с самого прямо далекого... Да ладно, что далекого, близко, тут пешком 5 метров. Короче, с самого Ярославля приехали к нам ребята. И вот у этого человека, к счастью, тоже в ближайшее вот это время, день рождения, очень хотел бы его с этой сцены поздравить. И именно тем, что он наконец-то оказался в этой дружной компании. Давай 5! Давай тоже с днем рождения! Все, отлично, столько именинников. Ну а теперь самый главный повод, ради которого мы сегодня все собрались. Женек, тихо, 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 тихо. С ребятами мы познакомились не так давно, в январе на фесте, очень замечательном Райм Рок Фест. Я рада, что я с вами познакомилась, земляки, любимые мои. Вот, эти аплодисменты тоже вам. Давайте крикнем «Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Никита, ты все перепутал!» Дим, ты тут про Карлсона говорил, поэтому это для тебя огонь, да? Мне тут Дима обещал Карлсона подогнать, я ему подогнала сама. Так, ну и, конечно, символ вашей команды. Это вам, ребятки. Кушайте, не поправляйтесь. И давайте еще раз. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ребят, спасибо огромное. Маленький перерывчик, вы классные вообще. For Insight, любовь. Да, 10 минут. Секундочку, и последнее. Максик, это будет сейчас мимимишно, но, короче, слушайте. Ну да, как бы очень банально на самом деле, но это посвящается вам. Зацвела черемуха, здесь ясные деньки. Фиш-фабрик вы все, не стойте как пеньки. Приготовьтесь прыгать, разомнем батончики. Поздравляем Настю, Диму, с днем рождения! Чики! Это наш поэт.